У меня есть два друга, и у них две беленьких машинки. И вот сегодня я хочу на них прокатиться и решить, какая все-таки больше подходит мне. Адью! Сегодня в невероятной схватке на кужвинских дорогах встретятся белоснежная, как сама зима, Шкода Фабия 1,4 литра. И прямиком из 90-х Нива 21-21. Кто дойдет до финиша первым, не нарушая правил дорожного движения? Водители сами выбирают маршрут. Так, ну давай, начнем мы с собой разговор. Только аккуратно! Вперед! В общем, если ты спросишь у меня, почему я выбрал эту машину, я тебе отвечу. Выбирал я очень долго. Выбирал я и из отечественных, и из иномарок, и всерьез рассматривал Калину спорт. Но так как я человек семейный, детей у меня пока нет, но есть жена, фактор безопасности был немаловажный, поэтому вот автомобиль... Поэтому она такая маленькая. Нет. Компактненькая. Поэтому она машина в ВАГ-группу. Ой-ой-ой. Теперь я понимаю, почему у вас такая машина. Боже мой. То есть это Volkswagen, Audi и Skoda относятся к группе ВАГ. Соответственно, на краш-тестах она получала достаточно много очков, и вот это один из факторов. Так. Ой-ой-ой. Я даже не знаю, что сказать. Блин, у меня на ум ничего не приходит. Это же страшно. Бабушку с ребенком не сбери. Я езжу достаточно много. То есть у меня пробег в год порядка там, 35-40 тысяч километров. Соответственно, потребление бензина было тоже очень важно. И по трассе летом она ест 5,2. Зимой где-то 6,2. По городу она ест... Ну, в зависимости от стиля езды, где-то 7,8, ну и до 9. То есть в зависимости от того, как ехать. Ты только, пожалуйста, не зарывайся. Я тебя толкать не буду. Бывает так, что не хватает вот двигателя 1,4. Особенно на таких обгонах в районе 80 км в час, на такой вот скорости. Бывает, что, конечно, не хватает, но при этом... Я стараюсь именно в диапазоне этих скоростей обгон не использовать, или быстрее, или медленнее, там еще как-то. Вот. Но при этом, если также правильно использовать вот крутящий момент, и если на больших оборотах ездить, разгоняться, то вполне себе и ничего даже есть. Мы машину покупали, чтобы заниматься экстремальным отдыхом. Поэтому она нас полностью устраивает. Единственное, багажник, конечно, маловат. Ну, так как я там с собой катаю всякие сноуборды, велосипеды, все-таки багажник на крыше решает этот вопрос, да, багажник на крыше. Ездя по нашим дорогам постоянно, я понимаю, что очень многие мне завидуют. Вот. В какой-то мере, видимо, они вам завидуют. Потому что по нашим дорогам на других машинах ездить сложно. Бездорожье вам не страшно. Да-а-а-а. Выбирали мы машину вместе с женой, то есть ее мнение было тоже очень важно. Собственно, ей эта машина тоже импонировала. Ну и, соответственно, вместе выбрали. Это хорошо, когда женский голос тоже учитывается. А почему светлый? А почему светлый цвет? А не знаю, просто как-то так... сложилось, что ну просто захотел белую машину. А ты знаешь, она вот когда она чистая, когда помытая. Да, чисто они все красивые. Да, она прям красивая, то есть. Особенно вот там на чьей-нибудь свадьбе посмотришь фотографии своей машины украшенной, она такая прям праздничная. Почему нету переднего сиденья пассажирского? Для чего убран? Переднее пассажирское сиденье, оно занимает очень много места. Вот. Вместо этого теперь у меня тут большая парадная. Конечно, цвет достаточно маркий, но я думаю, что все-таки белый практичнее, чем черный. Понятно, белый, да. Классический, да. Вот. Но, конечно, вот при такой погоде она пачкается за первые 5 минут после автомойки. Вот тут интересно сейчас будет, как мы сейчас здесь поедем.
Так. Это первая машина. Да, это была моя первая машина, поэтому я не знал, как ее выбирать. Вообще, зачем мне машина? На первую машину ты сам заработал деньги. Да, конечно. Мамочки. Как вот. Тебе дороги в Куше? Дороги в Куше, они на самом деле мало отличаются, чем от других городов, от дорог в других городах. Дорог в Екатеринбурге. Единственное, что там центр очень хороший, то есть он всегда вылизан, там и асфальт очень хороший, и грязи почти нет. Но чуть-чуть куда-то отъезжая на периферию, тут же попадаешь в точно такие же ямы, ничуть не меньше. То есть там и бывает, что даже и хуже, чем в Куше. Вот. Господи, я не помолилась! Сашенька, я не умоляю, вот только не сядет. На этой машине подвеска достаточно энергоемкая. Может быть, она кому-то покажется жестковато, но при этом она не пробивается. То есть машина болтает, подвеска не пробивается. В российских дорогах, мне кажется, это самое главное. Да, да. Ну и, соответственно, клиренс там, в 154 мм, он тоже достаточно большой. Он позволяет пролезть по много каким вот этим вот таким вот ямам. Ура! Мы почти проехали эту трассу. К дамам за рулем, кстати, отношусь весьма лояльно и спокойно, то есть я не психую. Как некоторые. Да. Ну, да, некоторые бывают, видят женщину, тоже, да. А, там баба, там. Да. Нет, я спокойно к этому отношусь. Вот также там к ученикам я никогда им не пищу, там, не сигналю, ничего не показываю. Потому что сам понимаю. Да? Я просто помню, как я в первый день такой сел с такими вот глазами. А, чего, где кого? Вот. Только что мы провели тест-драйв по кушинским дорогам. На Ниве ВАЗ-2121 и Шкода Фабия 11-12 года. В Шкоде Фабии очень удобно, комфортно, спокойная музыка, ничего не дребезжит. В общем, полный комфорт. В Ниве же это же просто полный минус. Там шумит, дребезжит. Мое такое женское мнение, все-таки я считаю, что Шкода Фабия более удобная, комфортная машина, но в таких условиях, как наша Кушва сегодня, на сегодняшний день находится, по проходимости лучше Нива. Что сейчас будет? Не знаю я. Башка болит от Нивы. Я не могу. Думаю.